Смотри, какие. Тикай, 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 стреляй. ПДшники. Ой, как. Они бы еще знали, как я летаю. Они сделали большую ошибку. Люблю чипсы лучше. Где вы такие прошли? Давай я больше рафну. Ты не влетишь никак, по-любому. Если не, не, ну я вас могу пингом закупить, хорошо. Давай, допустим, около шахты. Ну, тут... Да, он не сможет, я инфоксу, я тебе говорю. Я там в АФК зайду. Не, да зачем, давай попробуем, не, внутри попробуем просто. Да ты ничего не получится. Тут строй, идите нахуй, ясно, я, блядь, обратно в казарму побежу. Опять наш шабал идет. Да пиздец, блядь. Давай, мы около Минобороны. Здание. Старого типа? Да. А ты они, где? У них не строй, я вообще на похуй. Мимо них побежал за шамалом. Ты уже летишь? Я за шамалом побежал. Давай быстрее. Ты тигр, Олег, ничего не получится. Нет. А если что, добавим больше КРПшки. Короче, больше КЛВ. Ты понимаешь, что никак не посрать под наш уровень? Ты уже не успеешь. Над аэропортом ЛВМ. Ага. 100% ничего с ним получится. Да это... Не знаю, новый. Доминика Франклин. Все, мы подлетаем. Куда вы прилетаете? К Больке? Да. Слышь, там у них, короче, понял, строй. Я прям мимо них пробежал, короче, это самое... А ну то где это? Шамалист. Я это. Да, каратист, я бы это над этим. Я у. Где? Где вы? Где ты? Ну я над аэропортом. Алло. Алло, я уже приземляюсь. Куда ты приземляешься? Блин, боль какие-то? Над болькой. А. О, подожди, я сейчас, короче, на Больку приземлюсь, стой. Да нет, ты в меня будешь летать, нет? Да, давай. Давай, я жду. Мы снижаемся. Главное. Все, ты не успеешь, я даже тебя не вижу на карте. Ты где? Конечно, я на карте не вижу. Да не попадешь. Я тебе говорил. Ты, конечно, не видел, я тебе. Ну я же говорю, что поэтому ты попадешь. Опа, бог, сейчас я этот вертолет разберу. Зачем? Пошел он. А кому, подожди, кого вы там привезли? Да, влетай на шаман. Вовремя вообще будет. Сейчас ты я приземлюсь на день. Там шамал вниз упал немножко. А где вы? Ой, я вас вижу. Глянь на крышу, слышишь? Да не будет там ничего, блин. Вон у него шамал же перевернулся в РЛ. Никита, глянь на крышу просто. Ми помогает или что? Ми тащит. Игра свернулась. Идем. Он должен посерединке идти. Глянь на крышу, слышишь себя? Я вас вижу, Ники даже видно уже. Как голубь, знаешь? Олег, давай по тебе разок тычку дам. А я, короче, это самое. Я прям шамал тут скинул, короче. Это сам он немножко в аэропорт улетел, я вижу. К
Хуй дверь. Ми. Открыл дверь за... Какая дверь? Отмычка дверь. Или что? Да, отмычка, отмычка. А потому что, блин... Ну, натуре. Уже 3 получил, блин. Ушел, блин, пей. Выйти, да? Заходим. Сходи. Напиши 4-5, АФК, РП. А ты это фрапсишь? Иди сюда. Ой, блин. Только, пусть только в каузе. Уже так бы помогло, ладно. Вот, пустишь. Скажем, сюда положи. Ну, наверное, чтобы его резали. Надо, пошли позовем. Бля, одна тычка до кика осталась. Нажатие одно. Ну, где-то не хочешь нажать, не? Не, после РП нажму. Там вроде, когда это самое, правую кнопку зажимаешь, нажимаешь F, там вроде, я не помню, там, что выдается бонус какой-то. Да, бонус. Угу. Это как рекон бонус, да? Да-да-да. Рекон логин. У меня маски нет. А почему маска пропала после рога? Что за дела? Просто, короче, строй понял, я взлетаю на шамале. Так, до свидания, пацаны, дальше. Дальше лечу. Это нормально. Нет, у меня 440. Иди сюда, тут уже врачи есть. Смотри, слушай, это твой, проверил удостоверение, спроси. Дмитрий Гудман. Зачем он без формы? А, фин чекнет, не, не камильфо, да? И что? Ну, типа, дрожь, твой удостоверение. Ну, вы знаете, что с армейки вроде вашего, поясни. Это, ну, вот, в смысле, да. Доминик Монтес, это ваш? Нет. Это МВС, это? Блядь, нет, шамал упал вниз. Сука, я только приземлился. Ладно. Он вверх пузиком лежит. Маску с ним пару посними. Да ёб. РП маска. РП маска. Спросил репа. Какая РП маска? Ну почитай, я-то знаю. Ну вот. 51-я РП маска. В смысле, подожди, а что у него, типа, не должна быть, нет? Ну вот давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Подожди, в смысле, типа, когда у него просто маска сервера одета, типа, да? С инвентаря.
Ну, это номер по маске. Давай тему скидывай. Нет, это, слышишь, в любом случае должна быть обычная маска, то есть, ну, которая типа серверная. Системная. Какое-то построение идет, ну, какое-то построение, но, блядь, я на спад побежал. Мне вообще бы 40 FPS с индикамом. Олег, отсыпь FPS немножко. Да, да, этот, который перевестись хотел? В смысле, это, по-моему, он хотел. По-моему, он. Ну ладно, хз, могу ошибаться, ладно, я. А, да-да-да, он мне еще документы требовал. То есть, я понял. Девера? Зара тоже раки, блядь. Да нам неадекваты. Вчера еще один за покупку вертов улетел. Видели там этот самый, слышите, в группе Радика... Лео Девера улетел за покупку вертов вчера. А в группе Радика там, короче, уже хэштег пошел, типа, Радиант без Девера, короче. Блядь, я поддержал, я тоже написал. Какие-то ауты какие-то, не знаю. Он мне, знаешь, он мне написал, когда ему только дом нужен был. Там эти с парашютами прыгают, слышишь, короче. Я спрошу. Там этот написал, строй на полцу, а я тут на Шамале взлетаю, блядь, добрый вечер. Ладно. Ставлю дома.
Слугини туда. Это дичь. Конкретная дичь. Сивная гость. Что за ними сивная вообще, я понимаю? Извините. Куплю там билет 40 раз. Так, вы больки ЛВ, да? Что, я шамал уже дома запрокал, на всякий случай, может потом пригодится. Шо? Не, да я у гаража запрокал, но нормально, как человек. Потом покажу. Надо будет еще один потом себя, или и на вертолет надо будет оставить никуда, вначале. Олег, слышишь, помнишь, ты же его типа Маверик купить хотел, да? Покупай шамал. В смысле, не, туда просто туда люди могут садиться на него. Смотри, тут так, такое мясо стоит. Вот, шамал. Ты есть мусор Маверик? Не знаю, мне вообще по кайфу. Угу. А кто его будешь садить и взлетать на него? Или конь. Только на один раз. Я его вон, могу на это. Ненормально, в смысле, только на один раз. Я его вон на мэрию ЛС садил, взлетал туда. И на ЛСПД тоже садил, я взлетал. Пошли, пошли, пошли. Ой, блин. Он издевается? Серьезно? Что, на что писать, что писать? Давай я тоже напишу. Написал. 4-5-5, да? Да, ты заправлю. Фил. Да нихера, он же помогал. А кто это такой вообще? Да не пиши. Сейчас тоже не пишу. Тебе не ответит, даже как-то нормально. Дима следит уже, слышали? Вот напиши 51-й, но он РП маска. Вот напиши, серьезно, в репорт. Олег.